Приветствую, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Хочу предложить вам связать вместе со мной вот такой вот горшочек с фиалочкой. Горшочек у меня, правда, не вязаный, а листочки и сами цветочки фиалочки, они вязаные. Для работы нам понадобится нить зеленого цвета для листочков. И, соответственно, я беру к толщине нити. Буду вязать зеленой нитью, крючок беру для вязания 2. Для цветочков у меня ниточка потоньше. Вот я беру такой вот малинового цвета. И крючок для этой нити я беру 1. Еще нам понадобится нить темного цвета, либо темно-коричневая для земли. Вот тут у нас земля, видите? И ниточка у меня толстая. И буду я вязать ее крючком номер 3. Еще понадобится нам бисер. Или же можно будет затем вышить французским узелком желтой ниточкой. Это вот такие тычиночки цветка. Еще нам понадобится проволока. Вот видите, здесь на проволоке у меня бутончики. И сами фиалочки также на проволочке. Листочки у меня большие и вот еще маленькие. То есть два вида листочков. Нам нужна будет проволока. Здесь я не закрепила. Сейчас я вам покажу, как у меня. Нет, все-таки не закрепились. Я прикрепила сюда их с помощью клея. А, вот. Вот проволока. И с двух сторон я сделала бутончики. И так согнула проволочку и в нужное место, когда нужно, поставила букетик. Так, к чему это говорю, что я беру проволоку 3 кусочка. Один кусочек у меня 7 сантиметров. Второй это для одного цветочка. Это вот для следующих 2 цветочков. И длина проволочки 10 сантиметров. И еще один кусочек проволочки, третий. И он приблизительно 14 сантиметров. Вот так вот одну проволочку и вторую мы будем складывать. Это для бутончиков и для цветочков. И еще у нас одна проволочка для цветочков. Вот то, что нам понадобится. Еще нам понадобится с вами наполнитель. Мы наполним его горшочек. И самое главное — это горшочек. Горшочек я взяла вот такой из-под кофе. У нас на заправочных станциях продают кофе с собой на вынос. Здесь вот трубочка, так чтобы оно не разливалось, когда едешь в машине, можно пить кофе. И этот горшочек я уменьшила. То есть вот по вот эту букву я отрезала. На такую величину, на высоту я сделала. Вы можете взять любой удобный для вас горшочек под нашу будущую фиалку. Итак, готовим горшочек. И затем приступаем к вязанию. Давайте сначала свяжем землю. Так, садимся поудобнее. И начинаем наш видеоурок. И напоминаю, что нить черная у меня толстая, и вязать я ее буду крючком номер 3. В начале работы провязываю закрепительную петлю и вяжу цепочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Замыкаю в круг. Соединительной петлей. Далее провязываем одну воздушную петлю для подъема и вяжем в круг замкнутый 12 столбиков без накида. То есть обвязываем по кругу, по цепочке. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И со следующей петли, это у нас начальная петля, сразу без петель подъема, будем вязать следующий круг. Будем в каждый круг увеличивать на 6 петель. Мы с вами уже вязали круг, поэтому я думаю, что объяснять не надо. То есть сейчас мы будем вязать следующий ряд столбик без накида, затем прибавление. Так будем чередовать до конца ряда. Следующий ряд 2 столбика. Без накида прибавления. Также повторяем 6 раз. И так, увеличивая круг, доходим до размера, который нам необходим. Для чего нужна эта дырочка? То есть это отверстие. Это отверстие нужно для того, чтобы потом мы сюда с вами вставили наш уже готовый букет. Когда мы свяжем с вами листья и все остальное, мы именно в это отверстие все будем протягивать и закреплять. Поэтому здесь у нас в земле получается отверстие. Итак, продолжаем вязать круг до той величины, до того диаметра, который нам необходим. Вот земля связана. И вот она так подходит к горшочку. Откладываем ее в сторону и приступаем к вязанию листочка. В листочке будем вязать нитью зеленого цвета. Вот у меня один большой, средний и маленький листочек. Вот таких вот больших у меня уже провязано. Но я рекомендую провязать где-то 7-8 листочков. Ну, а начнем мы сначала вязать с маленького листочка. Здесь провязан всего лишь один ряд. То есть обвязана цепочка из воздушных петель один раз. Здесь уже обвязана она больше. Поэтому начинаем вязание с маленького листочка. И эту нить я буду вязать крючком номер 2. Вначале провязываем начальную закрепительную петлю. И затем свяжем 7 воздушных петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Начиная со второй петли от крючка, 1, 2, во вторую петлю, провязываем прибавление 2 столбика без накида. 1 и сюда же 2. Далее делаем накид и вяжем в следующую петлю цепочки полустолбик. Затем накид и последовательно в каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Один и еще один. В следующую петлю цепочки. Затем снова провязываем полустолбик. И в последнюю петлю или первая петля начала вязания цепочки провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Затем свяжем 2 воздушные петли. 1, 2. И снова в эту же петельку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Затем вяжем с другой стороны цепочки полустолбик. Два столбика с одним накидом. Вяжем последовательно. В каждую следующую петельку провязываем по одному столбику. Затем снова делаем накид и провязываем следующую петлю полустолбик. Затем вот у нас первая петелька. Сюда мы свяжем два столбика без накида. Один, два. Две воздушные петли и соединительная петля, провязываем ее в первый провязанный столбик без накида.
Вот так провязали соединительную петлю. И далее свяжем еще несколько соединительных петель. 1, 2, 3, 4. Затем воздушная петля и снова соединительный столбик. Воздушная петля, соединительный столбик. Воздушная петля, соединительный столбик. Так вот, обвязываем верхушку листочка. И у нас получается немного такой вот завитой конец, край лепестка. И дальше вяжем соединительными петлями до конца ряда. И теперь свяжем вот такой хвостик. Я его вязала, можно короче, приблизительно 21 петля. Любимое число 21, так как у меня день рождения 21 числа. Вот я стараюсь как-то поближе быть всегда к нему. Итак, я вяжу 21 воздушную петлю для хвостика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. И затем обрезаю ниточку. И тоже еще оставляю такой вот приблизительно длины. Вот так, лепесток один готов. Так, маленькие лепесточки связаны. У меня их будет 2 и 1. Вот я вам покажу, как связать средний лепесток. Вяжется он начало так же, как и маленький лепесток. И еще провязывается половинка ряда. То есть вначале вяжем так же, как раз повторим, как вяжется маленький лепесточек. И затем свяжем еще и половинку ряда, и у нас будет еще один средний лепесток. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Затем делаем накид и провязываем полустолбик. Далее накид и последовательно по цепочке провяжем каждую петлю 2 раза по одному столбику с одним накидом. 1 и 2. Снова полустолбик. И вот еще одна петля, вяжем в нее 2 столбика без накида. 1 и 2. Затем свяжем 2 воздушные петли. И снова сюда же, в эту петельку, провязываем 2 столбика без накида. Затем вяжем полустолбик. 2 столбика с одним накидом. 1. Второй полустолбик и столбик 1 и 2 без накида, 2 воздушные петли и соединительная петля. И провяжем еще половинку ряда.
чтобы у нас получился вот такой лепесток. Вначале провязываем 3 воздушные петли. Затем делаем накид. Следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Затем 2 раза повторим, провязав прибавление из столбиков с 2 накидов и 2 столбика с одним накидом. Делаем это вот так. Провязываем прибавление. 1, 2. Затем 2 столбика с одним накидом. Снова прибавление. 1, 2, 2 столбика с одним накидом. И вот у нас здесь цепочка провязана из 2 воздушных петель. Провязываем в нее 1 столбик с одним накидом. Вот такой листочек получился. Ну и чтобы у нас хвостик был с этой стороны, давайте пройдемся соединительными петлями. Можно даже и воздушную петельку связать между соединительными петлями. Дальше вот одни соединительные петли. И также провязываем их до конца ряда. Затем 21 воздушную петлю цепочки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. И ниточку обрезаем. Итак, мы уже связали с вами один средний и маленький лепесточек. И теперь давайте свяжем еще большой лепесток. Даже неправильно говорю, это не лепесток, это листья фиалки. Лепесток — это у нас лепесток, это в цветке. Ну, иногда так получается, что стараешься не пропустить петлю, и можно немножко не то сказать. Поэтому вы меня простите, пожалуйста, я это говорю не специально. И это не говорит о том, что я безграмотна. Итак, давайте связали мы уже и средний, и маленький. Теперь свяжем большой. Провязываем начальную закрепительную петлю. И вяжем 7 воздушных петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вводим крючок во вторую петлю от крючка и провязываем 2 столбика без накида. Затем делаем накид и вяжем полустолбик. После этого вяжем последовательно 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Снова полустолбик и 2 столбика без накида. Последнюю петельку. 1, 2. Далее вяжем 2 воздушные петли и снова в эту же последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И теперь вяжем по следующей стороне цепочки. Делаем накид и в следующую петлю провязываем полустолбик. Затем вяжем последовательно 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Накид, в следующую петлю вяжем полустолбик. И вот та петелька, с которой мы начинали, в которую мы ввязали 2 столбика без накида. Сюда же также вяжем 2 столбика без накида. Затем 2 воздушные петли.
И в первый столбик провязываем соединительную петлю. Так мы провязали с вами второй ряд. Свяжем следующий ряд. Вначале провязываем 3 воздушные петли для подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем прибавление из столбиков с одним накидом. Один, и в эту же петлю провязываем второй столбик. Затем 2 столбика с одним накидом вяжем последовательно. 1 и в следующую петлю 2. В следующую петлю цепочки провязываем прибавление из 2 столбиков с одним накидом. И еще раз последовательно провяжем 2 столбика с одним накидом. 1. И в следующую петлю второй. Затем свяжем с вами 2 столбика с одним накидом под вот эти 2 воздушные петли цепочки. Делаем накид и вяжем сюда 2 столбика с одним накидом. 1. Вот у нас 2 воздушные петли. Вот 1, 2. И сюда провязываем 1, 2. Затем воздушная петля. И еще раз сюда же под эти 2 воздушные петли провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем последовательно в каждую петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. Вернее, в каждую провязываем по одному. 1, в следующую петлю 2. В следующую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Это у нас прибавление. Из одной петли провязываем 2 столбика с одним накидом. Снова вяжем последовательно в каждую петлю по столбику с одним накидом. 2 раза. Вот у нас прибавление. Затем 1, 2 провязали. И еще раз прибавление. И 2 столбика с одним накидом. 1. Вот они у нас провязываются над столбиками без накида предыдущего ряда. И 2. И вот у нас снова цепочка из 2 воздушных петель. Под нее мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Воздушную петлю. И еще раз 2 столбика с одним накидом. Ряд закончен. Присоединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема. И теперь обвяжем цветочек. Сначала провяжем соединительные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вот у нас 6-я как раз пришлась на прибавление. Вот у нас 2 столбика, 1 и 2. Провязали сюда в первый из них соединительную петлю, затем воздушная петля, и теперь чередуем воздушная петля, соединительная петля. В каждый столбик предыдущего ряда. Ввязываем с другой стороны листочка.
также доходим. Вот у нас еще один раз. Вот у нас прибавление. И последний столбик, чередующийся с воздушной петлей. Теперь до конца провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот у нас 2 столбика провязанные и 2, и между ними воздушная петля. И последний столбик соединительный между ними. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ниточку обрезаем. И листочек готов. Итак, свяжем необходимое количество больших лепестков, листочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вот у меня 7. У меня всего 7. 2 у меня маленьких и 2 средних листочка. Всего получается 11 листочков. Итак, вяжите столько листочков, сколько необходимо. Ну, я думаю, что такое количество как раз должно вас будет устроить. Ну, а мы с вами встретимся теперь в следующей, второй части видео. Не прощаюсь, а говорю вам до скорой встречи.